Здравствуйте, инспектор дорожно-патрульной службы ГИБДД, капитан полиции Морозов. Автобус за автобусом подвергается пристальной проверке сотрудников правоохранительных органов. Сегодня в Иркутске прошел рейд по выявлению эпидемиологических нарушений в общественном транспорте. Недолгий осмотр почти сразу принес свои плоды. Мужчина находился в салоне этого автобуса без маски и даже после предупреждения сотрудников полиции отказался ее надевать. Теперь нарушителю грозит административный штраф. В связи с эпидемиологической ситуацией у нас в Иркутской области у нас ежедневно проводятся профилактические мероприятия по указу губернатора Иркутской области совместно ГИБДД с полицией, с администрацией по факту выявления нарушения указа губернатора именно по масочному режиму. Нарушение масочного режима в Иркутске не редкость. Об этом говорят и сами жители города. Только с начала этого года выявлено свыше 7 тысяч нарушителей масочного режима. Огорчает, что 365 из них водители и кондукторы общественного транспорта. Водитель никогда не предупреждает. Оденьте маску. Он надеется, что вот на стекле написано. И люди садятся, хрюкают, кашляют. Особенно пожилые. Вредничают, не одевают. Но несмотря на это, сегодняшний рейд показал положительные результаты. Специалистами было проверено 30 автобусов. И в каждом из них водитель находился за рулем в маске. И лишь один пассажир по итогам ревизии был привлечен к ответственности за нарушение масочного режима. Тем не менее, расслабляться не стоит. Особое внимание пассажирским перевозкам в этот непростой период уделил и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Сегодня те организации, которые делают эту услугу на перевозку людей, они должны, ну и в том числе, соблюдать все правила и гигиены, и социальной дистанции, и дезинфицировать сам общественный транспорт. Я уверен, что сегодня и в этих условиях можно найти правильное решение и, по крайней мере, достичь желаемого результата. Стоит отметить, что нарушения масочного режима в регионе влекут за собой штраф от 1000 до 30 тысяч рублей для физических лиц, от 10 до 50 для должностных и от 100 до 300 тысяч рублей для юридических. Но куда дороже обойдется лечение коронавируса, который вновь вышел на охоту в Иркутской области. Анастасия Смирнова, Виктор Черкашин, новости по будням.